Больница была закрыта около 10 лет тому назад. Точнее, не закрыта, а перенесена в новый корпус, который находится сейчас на улице Федюнинского. Ну, а это здание осталось пустующим. Как нам сообщили местные жители, в планах было снести его и построить на этом месте жилье для местной элиты, таунхаусы по типу таунхаусов. Вот. Но почему-то это не случилось, и бывшая инфекционная больница превратилась в одну из самых известных гомельских заброшек. Здесь собираются любители сильнодействующих психотропных веществ, токсикоманы, бомжи и просто молодые люди с наклонностями к экстремальному досугу, скажем это так, да, любители делать селфи на фоне разрушенных зданий. Вот. Но говорят, что правоохранительные органы взяли это место под контроль в последнее время, и тут уже вот такого движения вроде бы не наблюдается.